задача и акимата, и всего правительства – это оцифровать весь город. Оцифровать. Недавно мы в Китае посетили китайскую компанию Hikvision, которая, в принципе, сотрудничает с нашим правительством и акиматами городов. У них, конечно, техника, далеко ушедшая вперед. Они оцифровали все основные города, причем оцифровали очень глубоко. Сейчас не буду объяснять, насколько глубоко, всем понятно. То есть нажимаешь на экран, и входит цифра, вернее, данные на того или иного человека, включая буквально все. Когда он закончил институт, куда ходит в свободное время, какие кредиты имеет и так далее и тому подобное. Задачу именно перед руководством нашей столицы. И, конечно же, перед правительством и соответствующим министерством.